Задержан за что? Без понятия. К криминалитету имеете отношение? Да, не знаю, как, нет. То есть к ворам себя не относите? Ну, я грубо, в душе только. Смотрящий? Да, за область. За какой? За Тверской. Угу. Ранее судимый, да? Да. За что? Кражи, грабежи. Давно? Давно. 8 лет назад последний раз. За кражу, да? Да. Грабеж когда был? Лет 15 назад. Чем занимаетесь, чем зарабатываете? На работу. Ранее судимый? Нет. И судимы не привлекались? Нет. Понятно. Как оказались здесь? Не знаю. За что задержаны сотрудники полиции? Не в курсе. Что у вас узналось в ходе личного осмотра? Какие-либо вещи, предметы? Что-то изымали там в машине. Два чемодана. Что это? Я не знаю, что это. Это они принадлежат вам? Да. Ну как так, вроде чемодан принадлежат вам, а вы не знаете, что там? Ну вам это надо, но что там? Ладно, и секунду еще поставь. Сейчас еще пока. Чем зарабатываете на жизнь? Источник дохода? Пенсионер. Ранее судимый? Ранее судимый. Сколько раз? За что? Ну, за что там всякие габы еще. При советской власти еще. За что задержаны сотрудники полиции? Не знаю, доставили. За рулем был. Кафе ехали посидеть. Противоправной деятельностью какой-либо занимаетесь? Нет. Вот вы при Советском Союзе сидели где, на родине или? На родине. На родине, да. Да? Отбывали срок, понятно. Сейчас постоим еще немножко. Так, смотрим на камеру. Голову направо поверните. Направо. Ну, всем телом можно повернуться направо. Да. Так, теперь на камеру поворачиваемся. И налево. На камеру поворачиваемся. Слышно, пожалуйста? Чем занимаетесь вот занятия? Пенсионер. Ранее судимый? Юридически судим. Когда, по каким статьям? Так. Статья 2000 год. Судом. Это самоуправство. Самоуправство. Не работаете? Нет, пенсионер. За что задержаны сотрудники полиции? Ну, разберутся, наверное. За что? Ну, в Москве чем занимались? Кушать ехали. Понятно. Так, ладно, секундочку, постой. Направо повернитесь всем делом. Ну, без разницы даже. Понятно. Теперь на камеру и в другую сторону. На камеру. Как оказались в Москве? По делам приехал, гость. Место вашей работы, источник дохода? Временно безработный. Ранее судимый? Судим. За что, когда? Последний раз. В 2010 году грабеж. Понятно. За что задержаны сотрудниками полиции? Без понятия. Остановили. Доставили сюда. К криминальному миру ваше отношение? В смысле? Являетесь ли вы лидером уголовной преступной среды? Это не по существу. Да, ни к чему.
В Подмосковье во время так называемой сходки задержаны пятеро лидеров уголовно-преступной среды. Как стало известно оперативникам, участники ОПГ собирались обсудить организацию деятельности преступных групп, чья специализация – хищение в столице автомашин премиум-класса. Криминальным авторитетам должны были предоставить новейшую разработку удлинителя радиосигнала, предназначенную для передачи на расстоянии кодов электронных ключей, именуемая в преступных сообществах «длинная рука» или «удочка». В ходе личного досмотра у одного из задержанных было изъято устройство и направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр столичной полиции. Как пояснил сам задержанный, прибор для взлома иномарок он приобрел месяц назад за границей, опробовал его в действии и собирался реализовывать криминальным группировкам. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении в отношении так называемого поставщика уголовного дела по признакам состава преступления незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.